На рассвете среды близ телевышки разбилась компания мужчин, которые ехали в «Тойоте» и «Стиме». Минивэн врезался в железобетонный столб. К прибытию полицейских на месте крушения уже была бригада скорой помощи. Врачи оказывали помощь хозяину иномарки, который разбил голову и поранился осколками стекла. Тем не менее, автолюбитель отрицал, что управлял минивэном. Его же трое спутников ушли, убедившись в том, что ехать дальше невозможно. Существенных травм они не получили. Автоинспекторы полагают, что за рулем был именно хозяин. Утверждать это позволяет характер травм, полученных мужчиной. У него диагностировали тупую травму грудной клетки от удара о рулевое колесо. К тому же он был единственным окровавленным из участников поездки, а бурые капли остались именно на водительском месте. Пострадавший настоял, чтобы его доставили в стационар, откуда на место ДТП не вернулся. Столб устоял, но каким-то чудом. Он держался на стальных прутьях армирования. Его придется заменить. Судя по следам, минивэн ехал к центральной части города. Не справившись с управлением, водитель сначала задел бордюрный камень на правой стороне дороги, после чего автомобиль бросило к дальней обочине. Истима восстановлению не подлежит. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.